Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Более 650 домов с дефектами построили в России для переселенцев из ветхого жилья. Такие данные по итогам года приводит Фонд содействия реформированию ЖКХ. В организации отмечают, что существенные недостатки обнаружены в каждом третьем из более чем 2000 объектов, возведенных в рамках программы переселения. Нарушения обнаружили в 58 субъектах федерации у 100 недобросовестных подрядчиков, которые пренебрегли строительными нормами и правилами, либо затянули сроки строительства. Ранее свою, еще более настораживающую статистику опубликовал Минстрой. Как отмечают в министерстве, нарушения выявили в 2600 домах, построенных для переселенцев из аварийного жилья. Некачественные новостройки обнаружили в ходе проверок жилинспекции, мониторинга СМИ и социальных сетей. Дайджест недвижимости. В декабре в Кирове дорожали четырехкомнатные квартиры, а однушки, двушки и трешки теряли в цене. Средняя стоимость квадратного метра за год также упала почти на 2% и составила 42 785 рублей. Об этом сообщает аналитический портал Re-Kirov.ru. В сегменте четырехкомнатных квартир эта цифра чуть выше – 46 тысяч рублей за метр. В сравнении с ноябрем прошлого года рост составил почти 8%. В сегментах студий одно-двух и трехкомнатных квартир зафиксировано падение. Оно составило от 1 до 5%. Квадратный метр подешевел от 100 до 1200 рублей, в зависимости от площади и расположения объектов. Самой доступной квартирой, выставленной на продажу в декабре, стала 19-метровая студия на улице Советской в Нововятском районе. 520 тысяч рублей. Больше всего планировал выручить владелец трехкомнатной квартиры на улице Водопроводной. 137 квадратных метров он оценил в 14 300 000 рублей. Дайджест недвижимости. В трех районах Кирова сегодня отключат электричество. Временные неудобства горожанам доставят ремонтные работы на 9 электроподстанциях, уточняет город Киров.ру. Света не будет в поселке Новый, в частности на улицах 4-й пятилетки и Громовой, в Чистых прудах на улице Совхоз, в центре Кирова на улице Профсоюзной и Октябрьском проезде. Отключения также коснутся улиц Менделеева, Монтажников и Комсомольской и объектов в Большой Субботихе и Радужном. Уточнить информацию можно по телефону 52 95 55. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.